На территории Магаданской области в период с 15 по 26 марта проводится очередной этап межрегиональной акции «Сообщи, где торгуют смертью». За 5 дней в органы внутренних дел поступило уже 6 сообщений от граждан о лицах, которые, возможно, причастны к сбыту либо потреблению наркотических средств. Вся информация в настоящее время проверяется. Характерным примером отработки этой информации является сообщение, поступившее от гражданина, который, прогуливаясь в окрестностях города Магадана, обнаружил группу молодых лиц, которые себя подозрительно вели и что-то искали в снегу. Подойдя к этому месту и обнаружив, что молодые люди разбежались, он нашел в снегу сверток, который впоследствии незамедлительно привез в органы внутренних дел, непосредственно в управление по контролю за оборотом наркотиков. По результатам исследования установлено, что в данном свертке содержалось наркотическое средство синтетического происхождения. При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия обнаружено наркотическое средство, которое находилось в схроне. По словам начальника управления, лица, добровольно выдавшие наркотические средства, не подлежат к привлечению к уголовной ответственности. Сообщить информацию можно анонимно 696-655, телефон доверия, а также по номеру дежурной части 102.